Всех оставлять свои ачивки, и тогда у тебя появится шанс выиграть в конкурсе, о котором ты узнаешь в конце видео. Там вообще кто-нибудь открывать думает или нет? О, здрасте! Хм, здравствуй. Что тебя интересует? Мне нужно хорошее, качественное, мощное оружие. У вас что-нибудь есть вроде этого? Ну, у нас есть мечи, а еще... Гуччи линзы? Нет, мне ваши мечи не нужны, знаете ли, у меня уже есть один. У вас есть что-нибудь такое взрывоопасное? Ну, у меня есть фейерверки, если ты об этом. А сколько это будет стоить? Хм, дай-ка подумать. 3 биткоина. Ну, у меня нет биткоинов, у меня есть только парочка блоков земли. А, давай, давай, забирай все. О, спасибо. Так, куда же мне поставить этот портальчик? Хм. О, сюда! Ни хреново! Пять тысяч лайков? Они серьезно хотят 5000 лайков? Ну и что мне теперь делать? О, ребята, давайте наберем под этим видео 5000 лайков, и тогда я смогу попасть в ад в Майнкрафте. Хм, я думаю, мои подписчики наставили мне 5000 лайков. Ну что же, отправляемся прямиком в ад. Отец. Ну ты видел? Видел? Жарковато, что-то у вас здесь в аду. Эй, ребят! У вас водички не найдется! Эй, ребят! Эй, 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 вы чё? Эй, эй, а! Да ну вас нахрен! Сто метровку пробежал, уже выдохся. Да чё я парюсь? У меня же есть меч! Ну, держитесь! Ну что, черти, давайте подходить по одному! Изи! Вот это слоумо! Фу, вот это я их вздернул. А это кто такие? Чё? Это типа местные жители? Эй, ребят! Здравствуй, сынок! Здрасте! А как вообще отсюда выбраться? Я расскажу тебе, но не за бесплатно. Не за бесплатно? Но у меня есть биткоины. Как насчет биткоинов? Нет! Твое золото меня совершенно не интересует. Ну а если блоки грязи? А, это у меня тоже есть. Забирай, вот твоя карта. О, спасибо. Янта-карта поможет тебе выбраться из нашего ада. Но не все так просто. Что? Ведь у нас есть визор, который в любую секунду может тебя убить. Что? Визор? Я надеюсь, что я на него не нарвусь. Скорее всего, ты его встретишь. Короче, ты здесь надолго застрял. А раз так, давай я тебе расскажу нашу долгую историю. Ну давай. Короче, давно это было. Мы тогда с пацанами тусили каждый день. Ну, делали все обычные вещи, которые делают свинозомби. Но знаешь, в один ужасный день на нас напал визор и сушитель и перебил всех моих друганов. И что же, теперь он здесь главный. Ладно, спасибо, пока. Эй, подожди, я тебя еще не дорассказал. Эй, постой! Так, еще, куда тут дальше топать? Ага. А, ну понятно. Так, на север, ага. Эй,
Это что еще за хренодень? Так, ну обычным мечом здесь уже не обойтись. Нам нужны фейерверки! Ну а теперь мое главное оружие. Это больше ачивок. Ты можешь хоть одной ачивкой заспамить все комментарии. Самое главное, чтобы я заметил твой коммент, и ты, скорее всего, выиграл в этом конкурсе. А также, тебе необходимо подписаться на другие каналы, ссылки на которые ты найдешь в описании, и на группу MaskMe. Все будут в моей группе ВКонтакте через неделю, так что не пропусти новый выпуск. Всем удачи, ребята!